Вітаю, це студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречани. І, звісно, ми будемо обговорювати напад Російської Федерації на Україну. У нас зараз в студії Віталій Гаврик, помічник першого заступника голови Одеської облради. Вітаю вас, Віталію. Добрий день. А також Василь Богайчук, голова Чорноморської організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Вітаю. Вітаю. Яка ситуація зараз в місті Чорноморськ? Чи там більш-менш спокійно? Що, власне, там відбувається? Василь, да, я би хотів сказати, що благодаря міському голові Василю Олександровичу Гуляєву, ми ще раз з ним тільки виділися, потім в 7 часов утра виділися після зміни патрулювання в місті. Еще не спали. Хочу сказать, что дай бог, чтобы так было в Одессе. У нас неплохо с обеспечением, неплохо с коммуникацией, неплохо с муниципальной вартой. Вчера подключают все охранные агентства, тоже вечером решили подключить, которые, в принципе, их достаточно и в Одессе. Да? Если бы все охранные агентства скоммуницировались, то у нас была бы очень серьезная армия. Подчеркну, с оружием, с подготовкой и со всем остальным. Потому общаюсь, так как я немножко в масштабе области, да, мы общаемся, и в Одессе дали помещения пустые, подвальные, и на этом все. Я задаю вопрос, там, Геннадий Леонидович Труханов, реагируете, губернатор, Алена, не помню фамилия, кто там губернатора, помощница, и она причепка, прицепка. И вот она как бы отказывает пока в этом мероприятии, дали пустые Труханов помещения. Труханов заявил, что это держава має надавати приміщення, потому что достатньо у державній власності приміщень на території Одеської, Одеси, власне, міста. Так що ми виділили кошти, а інше це держава. Хорошо, що він не мені це в лицо сказав, тому що на самом деле... Він це на виконкомі сказав. Так, ребят, ви всі прекрасно розумієте, у нас не бідні чиновники, у нас далеко не Гуляєв зі свого кармана достає, дает на сухофрукты 10 тысяч, там перечисляет прямо на счет нашей сотни. Ну, давайте не будем я к чему говорю? Дело не в этом. Если бы я услышал такое от пана мэра Одессы, я бы задал ему вопрос. Ну, тогда, может, нам сразу же тогда что-то делать, встретить с катертью дорожка, простелить сюда людям? Почему? Как можно говорить, я ничего не буду, потому что должна держава? Я ничего не буду. Ну, так скажи честно. Кажешь, я ничего не буду, я услышал вас, я утрирую. Выбачьте, это я уже трошки перегнул. Мы 20 миллионов вот выделили на два роки, вот. А інше має держава, приміщення має надавати держава. Смотрите, сьогодні йдуть бої по всій Україні. Вони йдуть настільки запеклі, що от моя організація «Батьківщина молода», всі хлопці, голови організації, вони зараз зброєю в руках обороняють, там улічні бої йдуть. Це Суми, Маріуполь. Тому я хочу сказати, в Києві даже движение это сильное. Почему никто не думает о том, что сегодня нельзя говорить «моя хата с краю», пусть держава. Держава сегодня в очень трудном положении. И сегодня центр страдает больше, чем Одесса. Слава Богу, у нас есть время передохнуть и подготовиться. Так давайте не отдыхать, а готовиться. В то время, когда уже сегодня сценарий везде понятен. В то время, когда мы сегодня должны, область должна сегодня подмягивать бизнес. Геннадий Леонидович – это сильнейший, я еще по спорту его помню, когда я был ребенком, какой он был спортсмен. Он сильнейший волевой тип. Он что, не может сегодня подтянуть бизнес и ударить по столу? И чтобы сегодня в эти подвалы позаносили это в воду, туалетную бумагу. Ну, и пан Гриневецкий, до речи, с бизнесом завжди був на очень серьезные, да, на контакте. Очень серьезные монстры их называют. И сегодня я слышу такие вещи, для меня это очень возмутительно. Віталію, скажіть, ви представляєте територіальну оборону, як, власне, у місті Чорноморську із, ну, власне, з організацією територіальної оборони, да? Що ви можете про це сказати, яка, власне, теж питання щодо Василя, яка зараз обстановка? Да, смотрите, хочу поделиться со всеми нашим опытом, так как Василий Васильевич правильно сказал, что столкновение с регулярными российскими войсками идут по всей территории Украины. И очень важно, чтобы мирное население и люди, которые в состоянии дать какой-то отпор, правильно организовывались и правильно обеспечивали территориальную оборону. То есть, как поступили мы в данной ситуации? Мы собрались, то есть на этой встрече был представители нашей городской власти, были представители разведки, были атошники, были сотрудники полиции, была муниципальная варта во главе нашего ее руководителя. Весь силовой блок. Да, весь силовой блок. Мы создали единую группу.
Соответственно, вся информация, которая поступает к тем или иным структурам, попадает в единую группу. И это дает возможность оперативно обрабатывать эту информацию. Мы видим, как много сегодня фейков всплывает в интернете. Война, которую мы сейчас наблюдаем, это гибридная война. Это не война, которая была во время Второй мировой войны, когда была Вторая мировая война. Сейчас идет психологическое давление на население. Сейчас идет экономическое давление на государство. Пытаются создать панику. Наша задача правильно организоваться, не допустить распространению дезинформации. И силами территориальной обороны нужно правильно доносить населению, как действовать. Если не работают сирены, нужно, чтобы направить кого-то, кто сможет решить этот вопрос. Городской голова или, как вот в Одессе, губернатор, мэр должны подтянуть бизнес, чтобы привлечь дополнительные инвестиции, так как это общая проблема. Это наш дом. Мы отстаиваем интересы своего государства, отстаиваем интересы своего дома. И я не понимаю, когда мы едем с Василием Васильевичем к вам сейчас на эфир, мы видим, люди просто гуляют, как будто вот ничего не происходит. У нас буквально несколько часов назад в Черноморске на береговой линии сбили самолет, чтобы вы понимали. И пилоты десантировались, и там происходили столкновения уже на морской территории, в акватории нашего порта, можно сказати. Ну, у нас дві території, це дійсно з моря до нас можуть десантуватися, а також з Придністров'я, з Бессарабії. Це дві такі чутливі точки, які дійсно Одещина має контролювати. По розвідданим, які поступають к нам, можу сказати одно, що на території України діють диверсійні групи, діють разведгруппы, которые ставят метки. Вчера ночью у нас в Черноморске возле здания СБУ задержали человека, который ставил метки белой люминесцентной краской на земле. Дальше происходит следующее. Дроны пролетают над территорией ночью, в ночное время суток, считывают, фиксируют все координаты. Мы не можем сейчас быть уверены, как их дальше будут использовать, но это могут быть как огневые точки, которые дальше подвергнутся точечному обстрелу крылатыми ракетами, или это будут зоны, где будут десантироваться пехота. Угу. Тобто, поэтому сейчас ми должны бути якщо вони матимуть, в принципі, мапу розгортання нашої оборони, то їм буде простіше. Вони можуть, в принципі, планування якесь робити. Василю, на вашу думку, які об'єкти найперше в Одеській області будуть атаковані? Ну, це зрозуміло, військові, так, зв'язок, транспорт, але менше з тим. От які саме об'єкти? Смотрите, буквально там час назад в порту Южном прошла информация, что на рейде или еще нет, мы не знаем точно, но было подбито судно. То есть могу сказать одно, что это пассажирское, не военный корабль, да, судно. И грузовое. То есть мы понимаем, да, грузовое. Мы понимаем, о чем идет речь. Там танкер и один был сухогруз. Что ситуация идет такая, что каждый день у Путина немножко подгорает. Ведь 24 часа, мы все помним, 24 часа Киев будет наш, 24 часа Блиц Киев будет. Блицкриг не вдався. В них, ну, давайте відверто казати, в них немає ресурсів на довгу війну. Да, тиждень, можливо. Они захотят, как любой стратег, сейчас это знают все, что надо ударить теперь по самому живому. Что такое Одесса для Путина, что такое для всех Одесса? Это как бы портовые города. Хотя у нас порты уже давно убыточные, к сожалению. Да? Там частники зарабатывают в основном, которые нам ничего не дают. Налоги забирают, налог дают такой, забирают себе в офшор все. Это не секрет. Но по старой советской закалке порты – это все инфраструктура, которая тащила всегда Одесскую область. Потому, конечно, порты. Порты однозначно бить по судам, бить по управлению порт, остановить, заблокировать любые какие-то пассажирские перевозки, какие-то поступления. Ну и вообще порт им нужен в первую очередь как плацдарм, как зайти в Одессу. Ведь вы понимаете, что на нас зайти сегодня со стороны суши, вот они пробуют, им тяжело. Им тяжело. Почему? Потому хотя вот все удивлены, почему он не лупит по Одессе.
Почему он лупит по ней? Просто он максимально, он лупит по ней. Вы просто не понимаете, что Одесса, слава богу, она, вот я вам говорю в эфире, она в таком месте находится, которое максимально неудобно для него. Максимально. Потому не хочется сейчас какой-то агрессии, не хочется сейчас говорить все, что там. Просто хочется обратиться еще раз к губернатору, к мэру Одессы. Мы вас призываем, подумайте о том, что не факт того, что любая позиция может быть. Она раньше была такая. В 2014 году, я сейчас смотрю, я понимаю, что люди меня не понимали. Я понимаю, тогда это было сложно. Но сегодня вы уже все увидели, что никого не щадит. Он не фильтрует, это Геннадий Леонидович Труханов, это уважаемый Гриневецкий, который действительно по силу возраста, он там имеет право на какие-то свои виды, мы чуть помоложе. А я уже после Майдана, я уже два поколения встретил людей, которые вообще не помнят СССР. И эти молодые пацаны, 18-летие, 19-летие, смотрят на меня, я им рассказываю, а что, говорит, по-другому было? А що було по-другому? Вони вже на українській мові. Я вам скажу більше. Багато з тих, хто стояв на антимайдані, хто був проти Майдану, вони зараз теж розуміють, що ми всі в упряжці. Тому я не хочу чути більше, там хтось голова міста чи губернатор міста, председатель, кажуть, що це не наше. Ну, щось таке в плані, що це пускай хтось робить. Ніхто не зробить. Там зараз більша біда, ніж у нас в Києві. Віталію, якщо оця, так би мовити, в лапках операція військова російська затягнеться, які наші дії? Однозначно ми повинні акумулювати всі сили, так як стратегія, ті, хто планує наступальні дії зі сторони Російської Федерації, якщо вони будуть бачити, що ми правильно організовуємося, ми наращуємо сили, то мы можем дать достойный отпор, однозначно они будут избегать каких-то прямых наступательных действий. Скорее всего, это будут какие-то дальнейшие провокационные, вот такие вот обстрелы, как вот сегодня мы можем наблюдать, да, когда у нас в районе Грибовки упал снаряд, когда мы видим, точечно они били в районе Большой долины, у нас там есть ПВОшные установки, у нас есть на 411 батареи, поэтому... Мы не можем знать, так как мы уже видим, очень многие люди вообще говорили, что Путин не будет наступать. Но. И тем не менее, он пошел ва-банк. То есть у него сейчас нету заднего хода. То есть ему нужно сохранить свое лицо. Он же привык, что он диктатор. Абсолютно верно. Має якась бути перемога. Конечно. Вот вони Кримський канал уже захопили, так, и ему принаймні потрібно взяти адміністративні кордони Луганської та Донецької областей, щоб відзвітувати, що це от була перемога, а там далі як піде. Ви згодні? Абсолютно согласен, да. Поэтому мы должны понимать, с кем мы воюем. Мы должны понимать, что сегодня против нас идет человек, у которого нет возможности отступать. То есть ему нужно сохранять лицо. Мы должны это четко понимать. Мы должны наращивать свои мощности. Бизнес должен помогать теробороне. Однозначно. Мы должны вооружаться. Я знаю, что приняли закон там только в первом чтении. Будет еще второе чтение. И только через 3 месяца о свободном пользовании оружия. Но тем не менее, вчера уже у нас поднимался вопрос о выдаче оружия огнестрельного со стороны военкомата силам теробороны. Что это значит? Это значит, что военкомат должен... усиливать территориальную оборону, выдавать, так как в Киеве 10 тысяч выдали единиц. В Одессе мы должны сделать точно так же. Каждый город должен быть готов к каким-то наступательным действиям. Однозначно наше ПВО должно быть на чеку, разведка должна работать четко. И все это должно быть синхронизировано, как-то систематизировано через какие-то группы, как вот мы сделали. То есть сегодня мне звонили мои ребята, знакомые силовики с Одессы, они тоже рассказывали, что они организовывали. Они дали, у них есть бизнес, своя гостиница в Одессе. Ну, не буду говорить в целях рекламы. Да, треба. Но, ребята, чтобы вы понимали, в этой гостинице расчистили подвал, снесли матрасы в этот подвал, занесли туда провизию, занесли туда воду. То есть они просто предоставляют в районе там, 7-й станции Большого Фонтана, есть там гостиница, вот в этом районе они предоставляют убежище для людей. То есть они сделали это абсолютно как патриоты. И я считаю, что сегодня каждый бизнесмен, который имеет такую возможность, должен помочь своим гражданам, своим побратимам, своим землякам.
Мы сегодня должны объединиться, сегодня не должно быть розкола. Повністю приєднуюся до вашої думки, але от важливе питання, ви затронули, зачепили тему ПВО. От, це, власне, дуже, ну, дуже важливо, тому що Російська Федерація як атакує спочатку, йде ракетно-бомбові удари, авіація, а потім тільки заходить вже сухопутні війська, танки та піхота. От, тому що, ну, власне, якщо буде підтримка, то можна накрити і своїх з авіацією. От, і, чи готові наші протиповітряні комплекси? Наскільки вони готові? Чи є у вас інформація? Василь Виталий. Я думаю, что учитывая то, что мы уже практически 48 часов, двое суток, ну еще не 48, но уже полтора суток мы держимся, да, то есть и достойно даем отпор, и мы видим по результативности сбитых, конечно, мы видим по результативности того, как мы сбиваем летающие цели, это тоже хороший уже результат. Конечно, однозначно нужно быть на максимальном чеку. То есть эти дни есть много версий развития событий, но однозначно все говорят, что эта война не может продлиться долго, так как Россия несет очень большие потери, и вот эти действия наступательные, они очень дорого ей обходятся, плюс санкционные моменты. Еще хотел от себя добавить, я не могу понять, как так получилось с островом Змеиным, когда 13 человек просто отдали на растерзание, хотя мы знаем четко, что после аннексии Крыма весь военно-морской флот Украины был перемещен в Одессу. Почему не подали корабли? Почему не защитили наших ребят? Они погибли. Они погибли как герои. Да, они останутся героями. Но я думаю, их матерям от этого не будет легче. 13 человек осталось на острове. Я думаю, как это цинично не прозвучит, это был, певно, тактичный момент. Да, я хочу всех одесситов успокоить, чтобы не было, вы задали вопрос за ПВО, чтобы не было паники ни у кого. У нас достаточно сил, а самое главное, я горжусь, что я украинец. Впервые за столько лет я горжусь. Салоеды, малоеды, как угодно нас там называли. Я хочу сказать, мы красавцы. Мы красавцы, нация сильная. Змеиный остров, дрожь по телу, да. Какой ответ был, да, кораблю? Как пацаны сейчас работают, как все идеально. Відмовилося здаватися у полон під страхом смерти. Да. Потому реально гордое герои. Слово Украина, гордое слово одессит. Я прошу всех, не относитесь это к какой-то политике. Относитесь это к тому, что человек бомбит и не смотрит кого. Тот ты, это, третий, четвертый, десятый. Вот сейчас будет сессия 3 числа областная. Будет вопрос по антиукраинским партиям. Будет, ко мне подходят, говорят, пытаются возбудить, там, а как, а то, все. Я призываю всех опоблочников, так называемых, да, всех антиукраинских партийцев. ОПЗЖ. Да, я их призываю, ребята, не прячьтесь, выходите, бьют по вам. Они не мандат, это членский билет партийный, они не спрашивают, вы что, не понимаете? Все ждут, там, вот, Медведчук, уже президент. Так, группа Медведчука в первую очередь зачистит, власне, группу вот. Льовочкина Бойко, свои социальные полы. Вот. Вони перші під роздачу. Да, ви сняли у мене з язика. Тому я хочу сказати, ребята, вас вибрали одесити, у вас большая поддержка. Да? Давайте, становитесь рядом с одесситами. Вот рассказал Виталий Викторович про бомбоубежище. Ребята организовывают бизнес, который вообще не партийный, не имеет никаких с этого плюсов, как вы все. Заходите. Литр воды, мы вам скажем спасибо. Я пожму руку любому московскому халую, который начнет с сегодняшнего дня помогать украинцам в защите территориальной обороны Одессы. Давайте звернемося до одеситів та мешканців Одеси. У нас зовсім небагато часу, залишилося по 30 секунд, щоб не нагнітати паніку. Будь ласка. Однозначно нужно сохранять спокойствие. Мужчины должны заниматься своим делом, женщины должны своим делом заниматься. Для нас очень важно, чтобы наша семья была в укрытии. Поэтому женщины, забирайте детей, как-то укрепляйтесь дома, сохраняйте спокойствие. Мужчины, помогайте в теробороне. Если вы в этом что-то понимаете, участвуйте в организации теробороны и в организации безопасности для жителей Одессы. И самое главное, мы должны верить в свой народ, мы должны верить в свою армию и должны верить в свою победу. И тогда, поверьте, победа будет за нами, однозначно. Да, я хотел бы буквально секундочку поблагодарить всех, ничего не буду успокаивать, поблагодарить всех ЗСУ Украины,
Это сегодня для меня это гордость, это герои, это просто люди, которые мы войну выиграем. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. На Донецькому напрямку, до речі, спокійніше, де, ну, власне, ніж в інших гарячих точках, тому що там люди підготовлені. Да, вони 8 років живуть. Да, вони пристрілялися, вони пристрілялися. Да, у нас там в Маріуполі, я теж займався цим питанням, чому так? Дійсно, там дуже сильна армія, яка вже стоїть з стажем 5-6-7 років, і вони вже все прекрасно розуміють, а ми не були готові к Сумам, ми не були готові к Новгороду, Сєверську, Чернігову, ми не були готові, там є моменти, де вони просто проходять. Спокойно таможня здавалась там по-своему, потому что, ну куда, когда на тебя 100 танков, а ты один таможенник. Есть такие места слабые. Василий Васильевич, ну однозначно, мы не могли предугадать, где будут открыты линии фронта, где будут очень открыты фронты, граница, поэтому, да, поэтому вот эти моменты, учитывая то, что прошла российская техника, это было необходимо для того, чтобы наша армия ВСУ поняла, где наши вражеская армия будет открывать линии фронта. И, соответственно, мы видим столкновения по периметру нашей границы. И поверьте, у нас хватает и техники, и у нас хватает и боеприпасов, и хватает духа, силы духа. Так как мы отстаиваем интересы своего государства. Мы не пришли на чужую землю. Мы находимся на своей земле. К нам пришли. И мы никого не ждали. Ну, будем сподіватися, що хворий на голову президент Російської Федерації нарешті припинить цю війну, тому що, ну, це просто, в мене немає слів, от відверто, просто жахливо. Я до останнього теж не вірив, що це може статися, хоча, ну, шкода, що це сталося, принаймні, да? Що дійсно пролилася кров і вже багато жертв. Будемо сподіватися, що це якомога швидше завершиться. Василь Бухайчук, Віталій Гаврик, я вам щиро дякую, що ви знайшли час, прийшли до нас в студію, дякую за цікаву розмову. Дякую, слава Україні. Героям слава. Для вас працював Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.